Почти 11 тысяч нарушений выявили на Среднем Урале автоинспекторы за неделю. В основном правилами дорожного движения пренебрегали водители. На их счету более 8,5 тысяч административных протоколов. У пешеходов свыше 2 тысяч. Как отметили в ГИБДД Свердловской области, большинство нарушителей среди автолюбителей не используют ремни безопасности, не предоставляют преимущества пешеходам, перевозят детей без специальных удерживающих устройств, допускают выезд на встречку. За неделю сотрудники госавтоинспекции остановили более 200 водителей в состоянии опьянения, из них 26 человек сели за руль нетрезвыми повторно. Кроме того, по материалам, поступившим с комплексов автофиксации, вынесено около 100 тысяч постановлений о наложении административного наказания.